Всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер, и сегодня хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусных домашних конфет, называется финик в шоколаде. И для приготовления этих конфет нам понадобятся финики без косточки, шоколад и грецкий орех. Шоколад убрали в сторону, и сейчас финик заполняем грецким орехом. Вставляем половинку грецкого ореха в финик и вот так вот прижимаем его, чтобы он там закрепился. Стараемся сделать так, чтобы финик захлопнулся, чтобы грецкий орех полностью остался в самом финике. Но даже если грецкий орех немножко будет выходить из финика, это ничего страшного, потому что когда будем покрывать шоколад, все закроется и все скрепится. Финик я использую не засахаренный. Видите, у меня такой финик, он как на базаре такие продаются. То есть старайтесь брать такие финики, которые не засахаренные, не черные. Старайтесь именно естественные финики брать, они будут держать у вас форму, и с ними намного проще будет работать. То есть таких фиников проще вытаскивать косточку. Они более округлые, более красивые конфетки получаются. И не такие приторные, если, например, вы возьмете черные засахаренные финики. Ну вот, друзья, смотрите, мы уже все финики упаковали. Грецкие орешки у нас уже в финиках. И сразу растапливаем черный шоколад в микроволновке. Ну вот, черный шоколад растопили. Бросаем финики, штучки 3. И обволакиваем в черном шоколаде. Как только покрыли финик черным шоколадом, выкладываем его на пергамент. Сразу говорю, друзья, то, что здесь только пергамент. Другие материалы не подходят. Что касается черного шоколада, вы можете использовать любой шоколад. Тут, в принципе, разницы нету. Вы можете использовать горький либо молочный шоколад. Можете использовать кондитерский шоколад. Это все на ваш вкус и на ваше усмотрение. Но одно могу сказать вам наверняка, то что домашние конфеты намного вкуснее, намного качественней и намного бюджетней, нежели покупные. То есть вот эти вот конфеты, они в магазинах дорогие, финики в шоколаде, потому что эти конфеты, они не автоматизированы, они готовятся также вручную, именно поэтому такие конфеты дорогие. А такой вариант конфет дома, они очень бюджетные, недорогие, и вы знаете, что они у вас приготовлены из домашних продуктов. Именно по этой причине я уже давно не покупаю никакие магазинные конфеты. Я всегда готовлю конфеты для своих близких дома сам. Вот. Ну вот последняя партия у нас осталась. Точно так же все скрепляем, обволакиваем шоколадом и укладываем на пергамент. Видите, первые конфеты у нас уже подсохли. Но в любом случае, как только конфеты мы покрыли шоколадом, убираем их в холодильник до полного остывания. И вот, друзья, смотрите, я сейчас наношу ниточку из белого шоколада. Это такой декор. Кстати, могу с уверенностью сказать, то, что в магазинах такую ниточку, такой декор не наносят. Там просто продаются такие черные конфетки. Вот поэтому наши домашние конфеты получились даже намного интересней, чем покупные конфеты. Спасибо всем, мои дорогие, за ваши просмотры, за лайки, за подписку. Это самая лучшая поддержка канала. И до новых встреч!